Всем привет! Вы на канале Маникюр Авери. Около 2 месяцев назад я начала развивать свой канал на YouTube, и с тех пор у меня накопилась связка типсов. И сегодня я вам покажу те дизайны, которые у меня есть на типсах. Практически все принимали участие в съемках на моем канале, поэтому вы можете посмотреть. Итак, первые типсы. Это я училась делать вензеля. Пока у меня это корявенько получается, но все-таки клиенты заказывают, и на ногтях смотрится все равно изящно. Даже если вот на типсах я сделала коряво, то нормально, все равно клиентам нравится, заказывают. Вот эти типсы я не снимала дизайна, это так просто я сидела рисовала. Вот 4 типса я рисовала по мастер-классу Юлии Голубковой. Замерзшее окно мне очень понравилось. Ставишь битое стекло, сверху матовый топ, поверху вот такие рисунки. Тоже очень красиво получается. И клиенты у меня уже пару раз заказывали такие дизайны. Вот эти типсы у меня были неудачные. И я их использовала для того, чтобы протестировать наклейки. То есть пыталась исправить дизайны, и наклейки с AliExpress вот так вот немножко их украсили и улучшили. Дальше мраморные разводы. Очень интересная техника, и клиентам нравится, и рисовать приятно, потому что каждый раз рисунок неповторимый, и никогда не угадаешь, что получится. Также есть мастер-класс на моем канале, все ссылки я оставлю под видео. Вот эти дизайны я рисовала к 14 февраля, вот эти 2 мне не нравятся, вот эти 2 я считаю более-менее удачными. Мастер-класса на них нету, потому что не нашлось у меня времени. Вот эти типсы я не снимала для мастер-классов, просто вечерком сидела и делала под настроение. Они у меня участвовали просто в съемках для красивых фотографий. Ну, красиво получилось. Вот эти типсы я сегодня снимала дизайн, как видите, у меня на ногтях. Также я отрабатывала вензеля, и вот несколько типс с одним и тем же рисунком. Красивый рисунок, кстати. Кажется сложным, но после того, как потренируетесь, выполняется быстро. Ну, как, впрочем, и все. Вот это тоже довольно интересная техника разводов. Рисовала я красками от Канни. У меня даже муж обратил внимание на эти типсы. А кое-что довольно-таки интересно выглядит. Вот это вот. Вот это мне нравится. Вот это красиво. Также мастер-класс есть на моем канале, и если хотите, посмотрите. Вот эти вензеля, кажется, что это все разный рисунок. На самом деле это один и тот же рисунок, только в разном исполнении. Мастер-класс тоже есть на моем канале, и я уже пользуюсь этим рисунком, клиенты просят, и я делаю. Также кажется сложно, но здесь основные только 3 элемента. Один завиток. Так, где тут? Один завиток рисуется, второй завиток и третий. А дальше уже дополняются там листики, стразики, втирки. И там уж дальше как хотите. Вот эти 2 типсика я хотела снять мастер-класс, но так и не нашла время. Клиенты у меня уже не один раз просили это делать. Тоже просто и быстро выполняется. Наверное, я как-нибудь доберусь и сниму. Вот по этим типсам, вот по этим, я недавно также снимала мастер-класс. Интересно и красиво смотрится, тоже рекомендую всем попробовать, и мастер-класс есть. А вот это неудавшийся типс, он должен был быть такими же цветочками, но цветочки у меня не удались, я их втиркой замазала, и вот такой получился у меня дизайн. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, следите за мной в Instagram. Желаю всем вдохновения и хорошего настроения. До встречи!